размере 80 до 88 килограммов и 94. Весовой категории 85 килограмм. Чернов Андрей, город Люберцы. Каримов Лойд, город Подольск. Пантюк Владимир, город Озеры. Скрипицын Василий, город Ногинск. Ельцов Владимир, город Турна. Грунев Александр, город Зарайск. Харитько Алексей, город Витное. Чернышов Дмитрий, город Подольск. Автухов Максим, город Коломна. Цой Павел, город Сергиев Посад. Хохлов Алексей, город Куровское. Иночкин Сергей, город Серпухов. Каштанов Николай, город Зарайск. И бригадир Валерий, город Люберцы. Весовая категория до 94 килограмма. Петросян Аканес, город Видное. Семасин Василий, город Дубна. Комаров Анатолий, город Люберцы. Овсебян Гриша, город Подольск. Картуненков Дмитрий, город Электрогорск. Бакулин Олег, город Подольск. Выступает лично. Егоров Алексей, город Зарайск. Никитин Андрей, город Люберцы. Борисов Илья, город Зарайск. Мамара Зыков Айбек, город Видное, выступает для конкурса. Макаров Максим, город Серпухов, вне конкурса. Участники представлены. Дается 10 минут на разметку. Налево. Участники вывезли. Вес штанги 83 килограмма к первому подходу. Приглашается Картуненков Дмитрий, город Электрогорск. Thank you.
87 стоит на штангу. Вес 87 килограмм установлен. К этому весу приглашается Кортуненко Дмитрий. Третий зачетный подход. У нее есть 2 минуты на подготовку. Карлычка Алексей готовится к весу 90 килограмм. Осталась 1 минута. Попытка. Стоит на штангу вес 90 килограмм. К весу 90 килограмм готовится Юлечкин Сергей. Первый зачетный подход. Вес штанги 90 установлен. Приглашается Иночкин Сергей, город Сербия. Бабулин Олег, к весу 90 килограмм приглашается на полу. Представитель города Подольск. Защита. Устает на штангу 91 килограмм. На штангу установлено 91 килограмм. Чернышов Дмитрий, город Подольск, приглашается к этому весу. Сой Павел готовится. Вес защита. К весу 91. К весу 91 приглашается Цой Павел. Представитель города Сергиев Посад. Thank you.
защита. Усвоить на штангу. 95 килограмм. Перезаявка ЦОВА. Сколько? 95 килограмм. Приглашается Тамара Зыка, Айде, представитель города Видное. Первый зачетный подход. Чернышов Дмитрий готовится. Попытка. К этому же весу приглашается Чернышов Дмитрий, город Подольск. Столбаев готовится. Стой Павел приглашается к весу 95 килограмм, представитель города Сергиев Посад. Маморазыков готовится. Маморазыков Айбек, представитель города Видное, приглашается на помощь. Второй зачетный подход. Попытка. У Маратыкова есть третий зачетный подход. Участников к этому весу больше нет. Он же приглашается на помост. Третий зачетный. Поддержим участника. Маморазыков перезагрузка.
91 килограмм. Установить на штангу 97 килограмм. Первый вес приглашается Иночкин Сергей. Первый зачетный подход. Второй зачетный подход. Хорошо готовится. К этому месту участников больше нет, приглашается Иночкин Сергей, тренер начальной подходы. Чернышов готовится, придется 93 килограмма. Защита. Закончится результатом. Вещам 99 установлен. Приглашает Чернышов Дмитрий. Город Подольск. Готовы скрепиться. Вверх защита. 100 килограмм на штангу стоит? И 100. Вес 100 килограмм установлен на штангу. Приглашается скрепиться на бассейне. Представитель города Мариинска. Корытько готовится. Защита. Корыцкий Алексей, Саид Горбелина приглашается на помост. Бакулин готовится.
Бахмурин Олег, представитель города Подольска. Приглашаюсь к этому бойцу. Сурбан готовится. Штанги 100 килограмм. Цуйбаев приглашается на помощь. Маморазыков готовится. Попытка. Бабаразы давайте приглашается к этому железу. Вес штанги 100 килограмм. Бакулик готовится. Попытка закончить нулевую оценку в рывке. Бакулин Олег. Третий зачетный подход. Представитель города Подольска. Приглашается на подход. Макаров Максим готовится. Попытка закончилась с результатом 90 килограмм. 102 килограмма установить на штангу. Итак, вес штанги 102 килограмма установлен. Приглашается Макаров Максим, представитель города Черкухова. Готовится корытько? Корытько, пожалуйста. Опа! Вес защита. 103 установить на штатный стол. Вес штанги установлен, 103 килограмм. Приглашает Скорыцкий Алексей, представитель города Ригы. Второй зачетный подход. Макаров готовится. Thank you.
мужчина. 105 уже. Защита.
106 построение, 40 на штангу. Весом 106 килограмм приглашается Каштанов Николай, представитель города Саратов. Первый вечерний поклон. Thank you.
Бригадир Валерий приглашается к этому весу. Представитель города Люберцы. Третий начальник подходит. Извини, Скрипицын Василий, город Ногинск, встретить зачетный подход. Бригадир Валерий Петрович. Thank you.
шапке 112 кг приглашается Хохлов Алексей, представитель города Куровской. Первый начальный подход. Каримов Лоль готовится. Попытка. К этому весу участникам больше нет. Приглашается Хохлов Алексей. Второй зачетный готов. У участника есть 2 минуты. Thank you.
Лев защита. Комаров Анатолий, представитель города Люберцы. Овсекян Гриша готовится. Я думаю, потом он тебе магнитик тоже даст. Павленко. Никитин Андрей. Второй вечерный подход. Приглашается на помост. Представитель города Люберца. А Семен Гриша готовится. Попытка. Каштанов Николай. Третий зачетный подход. Представитель города Зарайска. Борис Илья готовится. Попытка. Борис Илья. Третий зачетный подход. Никитин Андрей готовится.
Верхняя защита. Никитин Андрей приглашается в тренинг изначального подхода. А почему он не защитен? От себя он готовится. Попытка. Овсемян Гриша, третий начальный подход, приглашается на помост 115 кг. Чернов Андрей, готовится. Попытка. Закончить полевую оценку. 116 установить на штангу. Вес штанги установлен 116. Приглашает Чернов Андрей. Представитель города Люберцы. Лес защита. 117 на штангу стоит. Две штанги 117 установлены. Приглашается Чернов Андрей. Приглашается Хохлов Алексей, поступил первый заявку. Ельцов готовится. Защита. 120 стоит на штат мастер. Для тренировок участников перерыв между рывком и толчком не будет. Итак, на штанге 120 кг. Приглашаюсь к первому зачетному подходу Ельцов Владимир, представитель города Дубна. Петросян готовится.
120 килограмм приглашается Петросян Аганес. Далее благодарите. Первый начальный подход. Егоров готовится. Егоров Алексей приглашается. Представитель города Зарайск. Первый начальный подход. Каримов Лой готовится. Пойдем, Владимир. Представитель города Озера приглашается ко второму зачету подхода. Вес штанги 120 килограмм. Автохоп готовится. Каримов Лой готовится.
Каримов Владик, представитель города Подольска, приглашает. Каримов. Комаров готовится. Итак, две штанги 123 килограмма. К первому зачету подхода приглашается Грунев Александр, представитель города Зарайска. На 125 готовится Егоров. Попытка. Крест 123 участников больше нет. Ко второму зачетному подходу будет приглашен Грунев Александр.
там больше вес. 125 на штангу, смотрите. Итак, на штанге 125 кг приглашается Егоров Алексей, представитель города Зарайска. Пантюк готовится. Попытка. Пантюк Владимир приглашается на помост. Представитель города Озера. Третий зачетный подход. Чернов готов. Попытка. Итак, я 125 километров. Приглашаю Чернов Андрей, представитель города Люберцы. Егоров Алексей готовится. Попытка. К этому жрецу приглашается Егоров Алексей. Третий зачетный подход. Лицо готовится. Попытка. 126 установить на штангу. Итак, я ждал 126 установок, приглашаю Ельцов Владимир, город Дубна. Второй зачетный подход. Груев готовится. Осталось три участника.
попытка. Итак, вес штанги 130 кг, второй зачет, зачетный подход. Сделано самое главное, видно, Петросян Аганес. Представитель города Видное, третий зачетный подход.
Перед защитом. Да. Участники приступают к толчению руками. Для штанги 112 килограммов.